Вы на канале 18 соток, и в сегодняшнем обзоре я расскажу вам об остром перце, который называется хабанеро оранжевый. Сорт перца хабанеро оранжевый, это считается тоже одним из самых острых сортов из разряда хабанеро. Кустик высотой у меня вырос сантиметров 50, ну, может достигать и метра. Плоды у него в форме фонарика, маленькие, сморщенные. Вот так выглядят плоды. Длиной они около 5 сантиметров и шириной примерно 2,5. Срок созревания этого сорта составляет от 80 до 100 суток. Этот сорт произрастает в Южной Америке, на Карибских островах, в Мексике. В переводе хабанеро означает родом из Гаваны. Вот так выглядят зрелые плоды сорта хабанеро оранжевый. Толщина стенок в разрезе около 1 мм. Это очень жгучий перец для любителей суперострого. Его острота по шкале Сковила составляет от 350 до 450 тысяч единиц. Заходите на мой канал, подписывайтесь, буду знакомить с другими сортами острого перца.